Это просто нереально, согласитесь. Вау. Не видно ни дороги, ни домов, которые внизу. Сидела дома и смотрела с высоты на туман, то я ожидала, что если я выйду на улицу, то густота тумана будет абсолютно такая же, но нет, на земле он менее густой, но тем не менее, если ты смотришь вдаль, то виды нереальны. И ощущение, что ты в сказке про ежика в тумане, присутствует. В прошлом году в Краснодаре был очень сильный туман в один из дней, что, насколько я помню, не могли посадить самолеты. И туман был не только утром, как это обычно бывает, но и вечером. Конечно, туман — это все-таки достаточно привычное для нашей жизни явление, но только на Кубани я встретила настолько сильные туманы, которые меня зачаровывают по сей день. Напишите в комментариях, как часто бывают туманы у вас и насколько они длительны. Все дворы, они окутаны вот этой вот магической дымкой. Особенно если ты смотришь на высокие здания, то они оказываются полностью оплененными туманом.